14 по 20 марта на территории Одинцовского городского округа проводится профилактический рейд «Тахограф». Его мероприятия направлены на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и общее снижение аварийности. В фокусе внимания госавтоинспекторов соблюдение режима труда и отдыха водителями, а также оснащение транспортных средств тахографами. Кроме того, в рамках рейда будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства перевозчиками.